Всем привет, с вами Мимика, и это завершающая часть Гарри Поттера и Философский камень. Сундук. Алахамора! Стандартный алахамор и даже карточка. Обалдеть. И даже две жабы. Вот где мне нужно сохранение. Там какой-то на карточке вообще молодой юноша был. Ну ладно. Кстати, я не могу же ведь отсюда сохраниться, или могу? Нет, не могу. Гарри, сюда! Да-да-да. Я иду, тут не заблудиться. Вроде как. Так вот откуда доносилось рычание. Ты слышишь? По-моему, нам не стоит туда идти. Именно туда нам и стоит идти. Мы должны остановить Снега. Давай, Гарри, мы пойдем следом. Вы меня сюда притащили? Красавец, привет. Только Хагрид мог назвать это чудовище пушком. Пушок. Попробую поиграть точно на флейте. Вдруг пушок заснет. Будь осторожен. Так, ну вроде здесь ничего сложного на самом деле не было. Ага, ближе надо. Ай. Что-то у меня не получается. Блин. А, внизу полоски я вижу. Я близка. Блин, 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 не уследила чуть-чуть. Что следующий раз для меня будет уже летальный. Все. Ну, в принципе, кстати, суть ясна того, что здесь происходит. Не сразу же заметила эти индикаторы, они... В общем, нужно на одном уровне их, походу, поддерживать и одновременно усыпить всех собачек. Обидно, что мне не дают сохранение вот после этого сундука, это во-первых. Хотя, по-моему, оно было. Но я как всегда... Гарри, сюда! Вот, во-вторых, обидно, что я вот прям вот перед дверями хотя бы как с троллем не могу сохраниться. Но да ладно, в принципе. Так вот откуда доносилось рычание. Если сейчас не получится, то я продолжу уже с более-менее удачного трая, когда они уже уснут. По-моему, нам не стоит туда идти.
Мы должны остановить Снега. Давай, Гарри, мы пойдем следом. Только Хагрид мог назвать это чудовище пушком. Попробую поиграть на флейте. Вдруг пушок заснет. Будь осторожен. Вот они все три сейчас очень злые. Лево. Заснула. Третья. Красота. Все получилось. Гермиона, хочешь пойти первый? Нет, не хочу. Ладно, надеюсь, увидимся через минуту. Рон такой джентльмен у нас. Все нормально. Тут мягко. Прыгайте. Звук был такой, будто шмякнулся какой-то валун туда вниз. Жуть. Ну давай, Гарри. Ну давай, Гарри. Пока собачка не проснулась. Дьявольские. Ой, нет. Я, по-моему, помню. Ой. Это очень плохо. Я знаю, что это. Дьявольские силки. В следующий раз я буду внимательнее на уроках гербологии. Помогите! Гарри, вытащи нас отсюда! Не приближайся к этим щупальцам! Инсендио! 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 Кошмар какой! Слушайте, как бы что там ни было, но выглядит это жутко. Отстань. Надо Рона освобождать, короче. Все. Отстаньте. Ай. Ну, вроде все. Спасибо, Гарри. Гарри! Ты почти сделал его. Почему почти? Сюда, я сделала, Гарри. Его.
Все нормально. Все как вот надо. Сейчас, скорее всего, будут платформы. Крылатые ключи. Вот чего я боюсь. Гарри, ты должен поймать ключ. Здесь тебе пригодится твое умение летать. Спасибо. Я надеюсь, что не будет просто фризов, как было в прошлый раз. Ладно, нужно найти ключ, во-первых. Вот он. Блин, я уже забыла, как управлять. Хотя вроде было так вот недавно. Ау! Давай, Гарри. Я вот единственное, что в этой игре я не понимаю расстояние от него. До него, точнее. Почти же ведь было много раз. Почти. Почти это было сделано. Ну, давай, не отвисай. Все, хорошо. Хотя бы сейф у меня именно с этого места. Еще раз попробуем. Ты должен поймать ключ. Здесь тебе пригодится твое умение летать. Вверх. Вверх. Погнали. Где это мой ключ? Мне бы полную шкалу здоровья, я была бы, наверное, счастливейшим человеком. Черт. Есть. А помните, как в фильме их было просто тысячами в этой комнате? Классно получилось, Гарри! Посмотрим, куда ведет этот путь. Это был, по-моему, очень красивый момент. Ну, куда-то мы дальше идем. Чем они даже меня не подождали.
Игра в шахматы. Ой. Ой. Следующее препятствие – гигантская шахматная доска. Рон пошел играть. Надеюсь, у него все получится. Я не помню. Помню, что это что-то очень тяжелое. И все. Но, может быть, мне это кажется, учитывая, сколько лет прошло после того, как я его проходила, эту игру в первый раз. Ой, Рон, что с тобой? Я уничтожил почти все фигуры, но меня ранили. Гарри, теперь твоя очередь. Разработчики, конечно, тебя не пощадили с твоим лицом, это правда, Гарри, но все одна эмоция. Эти фигуры сами сражаются между собой. За один ход каждый из них переходит на одну клетку. Будь осторожен. Чтобы пройти к двери, ты должен заставить все фигуры уничтожить друг друга. Чтобы начать игру, зайди на доску. Будь очень осторожен. То есть первый мой ход — это еще и черный, или... Ну, давайте на это. О. Отлично. Минус. Ну, давайте я смещусь направо. Можно еще сюда. Я думаю, что у меня может возникнуть проблема с этой королевой. Или что это? Ай-яй-яй, не дерись. А что так просто? Ну же, пошли быстрей. А что так просто? То есть я просто зашла с левой и направо. Ладно. Последняя встреча называется глава. Сохранялка. О нет! Выход закрыт волшебным огнем. Кажется, ты должен выбрать правильное зелье. Будь внимателен, не ошибись. А как? Это зелье поможет пройти сквозь огонь. Угу. Внимательно следи за склянкой с нужным зельем. Потом ты должен будешь выбрать именно ее. Ну, по-моему, вот та. Как мне ее выбрать-то? Слепендо! Опять началось. На том же месте. Слепендо! А в этот раз они двигаются еще быстрее. Ясно. Если я не ошиблась с первого же раза, то второй... Ой, не тут, не ту выбрала. Блин, блин. Я уже запуталась. Да вот она передо мной, по-моему. Ну вот. Ну сколько можно? Крайнее, что ли? Отлично, Гарри. Ты выбрал нужное зелье.
А, то есть неважно, когда я бы нажала, то есть даже в самом конце я могла это сделать. Просто нужно, чтобы сработал триггер. Тебе придется самому искать снега. Я пойду обратно, чтобы помочь Рону. Удачи, Гарри! Ладно, ладно. Заботливая Гермиона, сложив ручки, побежала помогать своему другу, конечно же. О, сундук. Не говорите, что бобы. Лягушки. А там сохранение. Давайте мне сохранение. О, привет. Ох, мы совсем близко к концу. Так, отлично. Зная эти миллиметры, я не особо буду рисковать. Вот. Право-лево ничего. Я все гадал, встретимся ли мы здесь, Поттер. Думаю, ты ожидал увидеть кого-то другого, но это я, вечно испуганный, заикающийся профессор Квиррел. Ты слишком любопытен, чтобы оставлять тебя в живых. А, в общем, нужно докатить до него эти... Флиппендо! 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 Я поняла. Давайте начнем, да, самый большой. Не-не-не, обратно. Флиппендо! Флиппендо! Спасибо. Флиппендо! Мне ваша помощь не нужна, профессор. Флиппендо! 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 Так, у тебя, я думаю, тут закрою, чтобы никаких проблем не было. Ой-ой-ой, а чё это мы так улетели? Флиппендо! Флиппендо! Да что же это такое? Флиппендо! Ты заставляешь меня играть прям по-крупному, да? Флиппендо! Ты заставляешь меня чаще и активнее нажимать кнопочки. Флиппендо! 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 Я надеюсь, что одну хватит. Флиппендо! 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 Ау! Ау! Что за подряд просто спам? Профессор! Одумайтесь. Вы просто спамите. Флиппендо! 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 Ох уж этот спамер траблмейкер. Проклятье, Поттер! В следующий раз тебе не повезет. И они мило смотрят друг на друга. Боже мой, какая комедия отчасти. Вот я люблю эти детские игры за то, что они такие, ну, по-своему, они невинные. И ситуации, которых бы, ну, не произошло бы в жизни, они вот всегда происходят в играх подобного плана.
Отдай мне камень! Дай мне поговорить с ним лицом к лицу. Господин, вы еще недостаточно сильны. Для этого у меня достаточно сил. А здесь у тебя есть нос, кстати. Тебе он не идет. И что мне с тобой делать? Надо ударить ребенка по качающимся столбам. Флипендо! 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 Так, ага, нужно, чтобы они на него упали. Или просто разрушить, я уж не знаю. А дальше-то что? Может быть, я сделала ошибку, нужно было каждый столб на него прокинуть, а? Что у меня есть большие сомнения по поводу того, что я сейчас в итоге натворила. Ой, отстань. Нет, мне это не нравится, прям вообще не нравится. Я думаю, надо переиграть, потому что я не знаю, что делать еще. На него я ничего не могу применить, понимаете? Ну, привет, давай поиграем. Вот. Допустим, он победил, и сейчас после ролика я вернусь. Так вот, я сейчас попробую прямо на него свалить все колонны. Максимально, насколько это возможно. О, спасибо, что ушел. Давай. Нет, мне нужно, чтобы ты сюда пришел. Угу. Вроде на него. Или нет? Да, на него упало. Ему это не понравилось. Ну, одну я на него не уронила. Еще одна. Подойди ближе. Еще. Ближе. Нет, мне нужно с этой стороны. Да что ж такое неправильное-то? Опа.
Надо было зеркало крутить. Я поняла. Мы снова на этом моменте, и тут можно крутить зеркало. Блин, какая долгая эта фигня. Ого, он в себя попал, понятно. У меня мало попыток. Попала. Слушайте, по-моему, все. На последней жизни, буквально на последней. Потому что удары у него очень сильные. И Дамблдор пришел к нам на помощь. Дамблдор улыбнулся. То, что произошло в подземелье между тобой и Квирреллом, это строжайший секрет, сказал он. Поэтому, разумеется, вся школа об этом уже знает. Был уничтожен, но Гарри опасался, что это не остановит Волан-де-Морта, и Дамблдор разделял его беспокойство. И все же, Гарри, даже если мы только отсрочили его возвращение, вполне вероятно, что он уже никогда не сможет обрести прежнюю силу. Гарри спустился на праздник окончания учебного года в одиночестве. Так как, судя по всему, кубок школы опять достался факультету Слизерин, большой зал был оформлен в зеленых и серебряных тонах. У меня не получилось занять первое место. Когда Гарри вошел, в зале наступила полная тишина. Он сел между Роном и Гермионой, стараясь не замечать, что взгляды всех собравшихся направлены на него. Кубок школы, объявил Дамблдор, достается тому факультету, у которого больше баллов. Пока, как мне кажется, лидирует Слизерин. Очень хорошая фраза. Из-за стола, за которым сидели ученики этого факультета, раздались громкие крики и аплодисменты. Однако, продолжил Дамблдор, за железную выдержку и фантастическую храбрость, проявленные Гарри Поттером, я присуждаю факультету Гриффиндор 60 баллов. Но он, наверное, в любом случае накинет. На этот раз возгласы ликования раздались из-за стола, за которым сидел Гарри. Гриффиндор выиграл кубок школы. Это был самый счастливый вечер в жизни Гарри. Это было лучше, чем Квиддич, Рождество и победа над горным троллем вместе взятые. И концовочка. Mm-hmm.
Наконец-то мы узнаем, для чего эти все бобы. Называется, мы заставим тебя порадоваться. Так или иначе. Ну, не то, что порадоваться, может быть, и позлиться. Так, ну да, карточку я не получила. Это я знаю, это я в курсе. Ага. Ну, теперь уже титры идут. Ну что ж, ребят, данная игра закончилась, и... Я на самом деле не знаю, иногда полезно такие игры проходить, они немного расслабляют, заставляют какие-то, знаете, детские приятные воспоминания о хороших вещах, например, там, о той же вселенной Гарри Поттера, то есть вспомнить, предаться небольшой ностальгии, несмотря на то, что она детская, несмотря на то, что она простая, но это просто приятно, это просто прикольно иногда очутиться в детстве, окунуться в эту атмосферу. В общем, я всем советую периодически так делать. Во всяком случае, я получила от этого удовольствие. И, конечно же, как всегда, буду ждать ваших комментариев, если вы смотрели это прохождение. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока вам. До встречи.